приходом зимы по всему Ленинскому округу загораются десятки тысяч ярких огоньков. Наряжаются сотни хвойных красавиц. Вот и в одном из дворов Видного прошел веселый праздник. Вокруг трехметровой елочки прямо у себя во дворе кружились жители одного из домов. В хороводе и взрослые, и дети. Все как одна большая семья. На празднике становятся добрее и знакомятся друг с другом. Потому что в нашем доме 562 квартиры. Это очень много. Почти у каждого есть дети. Праздники обязательно нужны. И пускай еще нет снега, но добрую праздничную атмосферу почувствовал каждый. Появилось новогоднее настроение? Появилось немножко. Снега не хватает. Снега добы еще. Я считаю, что да, лучше пораньше, потому что дольше будет настроение. Ну а для детворы это, конечно, особая радость. Ребята познакомились со сказочными персонажами, а добрые снежинки порадовали их веселыми играми и конкурсами. Да так, что теперь дети и не хотят уходить со своего двора. Как тебе праздник? Класс! Теперь у нас есть своя елка во дворе, теперь мы можем сами ходить. Новый год – наш любимый праздник. А еще девочки обязательно повесят на елочку свои игрушки. Значит, прекрасная традиция отмечать новогодние праздники всем двором быть.